Так может собрать машины, распыливать их вдоль и продавать как велосипеды? Да не, что-то невыгодно. О, а может накупить огромную партию вологих салфеток, повысушивать их и продавать их сухие? Да нет, тоже фигня. О, а может накупить много коробков-сирників, повытрушивать их полностью и продавать их смарт-житло для хрущей? Доброго дня, Любомир Акопович. Ну что вы, уже придумали что-то гениальное? Да есть тут у меня одна мощная идейка. А что это у вас в пакете? Да вот решив недвижимостью заняться. Будем продавать ЖК для хрущів. Уже и слоган придумали. Гарні хати за гроші покупають всі хрущі. Ну, а, клас. Ну, тоді в мене немає ідей. Ну, це не серйозно. Ну, зато я понял, як работає бізнес. В общем, ми берем, вкладуємо деньги, ждем трошки времени, щоб заработать гроші. А время – це що? Время – це деньги. Получается, когда мы вкладываем деньги, чтобы заработать гроши, то мы теряем и деньги, и гроши. То есть мы должны построить свой бизнес так, чтобы не теряючи времени, мы за гроши сразу же получали деньги? И наоборот, мы с вами будем покупать деньги и сходу получать гроши на руки, не теряя времени. Да вы настоящий бизнес-гений. Это даже не обсуждается. Так. Сеточка, срочно веди сюда человечка, який продає деньги або гроші, не принципиально. И быстро веди его сюда, бо нам нельзя терять времени.